чат, я Наташу привел. Привет! 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 Весь чат пишет, что ты лучше. Вы тоже лучше, я очень сильно вас люблю. Все, можно я пойду обратно спать? Нет. Да куда ты? Я спать. А что, ты не будешь показывать подарки, которые ты мне подарила? Да. Давай начнем с которых ты мне подарила. Забыла? У меня наушники беспроводные, смотрите, это она мне их подарила. Это SteelSeries RTX 9. Да, ну короче, какое это? Спасибо. 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 Surprise, motherfucker! А второй покажешь? Ну смотрите, это Funko Pop, он огромный. Это Дарт Вейдер. Он размером где-то с мою голову. Я большой фанат Звездных войн, поэтому она как бы не прогадала. Первый стоит у меня там. И что я мог Наташе подарить? Ушки. Ушки. Гитару. Бегать. Цветы. Ушку. Фигурку. Обручальное кольцо. Носочки. Кролик. Голубя. Свое сердце, машину, одежду. Свою фамилию. Ну что, Наталья Гибадулина? Это был самый худший подарок в моей жизни. Не понял. Не, ну а что? Я понял. У меня плохая фамилия? Тебе она не нравится? Нет, я не имела в виду. Ну, опять же, это такой подарок. Что? А. Ульяна, а ты хорош. Да. Почему весь чат пишет горько? Горько? Ну вы, не знаю, сахара добавьте, что вы там кушаете. Да. Фиг его знает. Чё? 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 Через плечо. Почему весь чат пишет «целуйтесь»? Не знаю, мне это не очень нравится. Мне тоже. Блин, я бы принесла пепе, но мне так не... Мне тоже, если ты намекаешь на что-то. Нет. Пустите меня спать. Не, мы тебя не отпустим. Все, не отпустим. Все. Ну, пожалуйста. Все. Нет, все. Пожалуйста. Все. Маша, с днем рождения. Маша, с днем рождения. Это мой приятель, к слову. Да. Он такой грустный сидит, я не могу. Ну, как я, понимаешь, он тоже спать хочет. Это Пепе. Знакомься, лягушонок Пепе. Его мне подарила Олечка. Олечка, моя любимая Олечка. А, приветик, Наташенька, ты лучше херит обними Наташу для наверщиков. Семья. Нет. Мы лучшие друзья. Да. Он выглядит так, типа, помогите, помогите, вытащите помогите меня. А нафига вы меня гулять позвали? Ты хочу у себя открылся. Она... Так я его открытым держу, потому что я на него опираюсь. Я ногу поставила, ты меня прижала. Глупый. Я не глупый. Глупый. Я не глупый. Я сегодня везде не могу говорить, что он глупый. Ты по жизни мне говоришь, что я глупый. Я не глупый. Пожалуйста, не ругайся. Я не глупый. Спасибо большое. Привет, вы очень классные, отдыхайте больше. Можно сердечко, держи. Ну хочу вот это тоже, можно да сердечко сделать. Погоди. О, похоже, к слову, похоже. Ура, Наташенька пришла, видишь, как тебе радовались. Ну, я считаю, что Пепе лучше, и он гораздо лучше справляется с моей ролью. Surprise, motherfucker! Словно, если я его посажу вот так, нет, нет, не надо, нет, 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 пожалуйста, не надо. Я хотел ее поднять и затащить. А, не надо меня поднимать, не люблю, когда меня поднимают. Ладно, прости, пожалуйста, я не люблю. Я подумаю. Это что, Натаха, я думал, она чуть побольше. Это не я сказал. Не обижайте ее. Ну все, она расстроилась. Если вы с Натахой не поженитесь, я вас съем. А ты попробуй, что ты мне сделаешь, я в другом городе. Вот именно, я тем более тоже скоро сама оружие. Что вы мне делаете? Я люблю Наташу, спасибо за 20 рублей. И давайте все вместе. Меня так гениально забайтили, это капец. Мне также на стрим приходил человек с ником что-то... Я жена Хрейда или что-то такое, или... Ну, короче, тоже что-то было в этом духе. По-моему, этот, я встречаюсь, нет? Да, я встречаюсь с Хрейдом, да, по-моему, да.
Ты понимаешь, сколько эдитов могут из этого сделать? Да, чем бы дети не тешились. Давай, короче, сделаем, что это наш ребенок. Навещики, скриньте! Нет, нет, я передумала, я уже пожалела об этом, нет. Ладно. Навещики не делайте! Я не хочу, чтобы Пепе делали моим ребенком. Это мой друг. Да, это наш друг. Мой друг. Наш. Мой. Я с ним в обнимку спал. Было не по его желанию. Нет, он сам. Нет, он просто. Он сам захотел. Он просто терпел, потому что он хороший. И все. Вот так вот теряют друзей. Многие. Спасибо. Все. Она уговорила меня на то, что она хочет уйти. Все, давайте, я вот его тоже забираю. Все, пока. Я пошла спать. Пока, Наташа. Пока. Может, Пепе мне оставишь? Не, мой Пепе. Ну он же мой друг. Все, пока. Спокойной ночи.